Добрый вечер, ребятки! Вы на канале Пиратская жизнь. Ну что, у нас, смотрите, у нас сегодня такой шикарный стол. У нас запеклись наши вкуснейшие утиные крылышки. Смотрите, какая прелесть, какая прелесть. Не знаю, по-моему, только жрать здесь нечего, здесь одни кости. Но очень аппетитно, вкусно и пахнет. Так, у нас еще картошечка, смотрите, Вован. Рано. Ничего не рано. Терпи, терпи, Вован. Короче, с вами, как всегда, Нина. И жующий Вован. Да. Также, смотрите, у нас на ужин вот такой салатик, который я делала сама. Кстати, с пахучим маслом. Добавила немножко. Масло у нас пахучее закончилось. Да, у нас сегодня мы отмечаем поездку в Турцию. Ребятки, мы купили путевку, слава богу, уже. Вот, у нас сейчас, смотрите, рыбка, пелить, такая вот сушененькая, вкусненькая. Она, кстати, такая, знаете, как это, сыровяленая или что такое. В общем, короче, очень вкусная рыба, она не самая сухая. Значит, это вяленая. Да, у нас еще, вот, смотрите, колбаска куриная, вот эта вот грудка, вот, и такая вот буженинка, в общем, грудинка, в общем, все хорошее. Ребята, давайте отметим это вот событие. Это надо, как говорится, дело обмыть, 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 обмыть. Давай, чтобы наша поездка все-таки состоялась. Ты оплюй. Да, давай. Обнимать нечего. За все хорошее. Ну, в принципе, да, хотя, конечно, может быть, рановато. Вот, но тем не менее. Стол позволяет. Смотрите, какой шикарный стол накрыла. Все, что хотите, все есть. Да. Всем приятного аппетита. Так, картошечка. Попробуй. Хорошая картошка. Вкусная. Ну, как салат сделала? По твоим традициям. Или не по твоим? Здесь у меня салатик. Ребят, ем. Соли нет. Ну, соли, да, маловато. У тебя, вон, смотри, сколько соли. Здесь у нас морковка, капуста, красный лук, немножко уксуса, сахара. Здесь больше сахара, чем... Да, разница не чувствуется. Прикинь, она маринованная. Как я ее вчера добила, мяла. А все это можете посмотреть в прошлых выпусках. Все есть. Вкусненько. В общем, поездки будет. Отель, правда, получился не тот, который я изначально планировала. Вот, а другой. Но в целом отель тоже очень неплохой. Я думаю, все будет хорошо. Так. Попробуем утку. Это у нас крылышки утячьи. Кстати, странно, почему-то они были по очень такой низкой цене. По-моему, даже крылышки куриные более дорогие. Я тебе сказал, почему. Нет. Срок годности хороший. То есть вот такая вот уточка. Пахнет, кстати, хорошо. Она, по-моему, в томатном таком соусе. Вкусно. Хорошая. Так грызет утку. Не могу, горячая. А ты подуй. На утку. Я думаю, на тебя. Ты уточняешь в следующий раз. Салат сразу поделила. Потому что, чтобы не было ссор. Вот она стояла у нас где-то в духовке. Минут, наверное, 80 в общей сложности. 75. Ты что ставил-то? Угу. Да, я сидел в танке игра. Готовила, как рабыня из Заура. Оформляла стол. Почему как? Обидно даже, да? Ну да. Он меня эксплуатирует. Ну, конечно. Угу. А его. Но посуду он потом все моет. Вот он молодец в этом плане. Всю посуду. Ты моешь, да, правильно. После нашего банка. Да. Моет, моет ванну. Не ничего моет. Моет, моет. Надо быть, должны быть какие-то ограничения, правильно? Нет. Правильно. Я готовлю, ты моешь. Такие ограничения. Бе-бе-бе. Хочу попробовать все-таки рыбку разделать. Классно, она, кстати, мягкая. Ее легко разделать. Это вот называется пелить рыбка. Рыбка, ты сначала все это съешь, потом рыбка будет. Ну,
Что не съем, то понадкусываю. Лучше съешь. А надкусывать ничего не надо. Я сам понадкусываю, да? Надеюсь, не Америка. Ой-ой, а что в Америке? А там все понадкусывают. Вкусные, кстати, кушать хорошие. Они как у паприки, да? Запекались, попробуй. Айфон надкусили. А, ты про это. Кстати, где мой айфон вообще? Какой айфон? Девочки, он мне обещал айфон. Кто? Да, вот. Обычно 3 года ждут. Слушай, 3-летний айфон мне не нужен. Это 6 там или какой? Блин, ну сейчас на самом деле так быстро развиваются эти технологии. Прям жуть. Просто... Это 9. Потребление какое-то стало. Нет, 9 не было. Там они с 8 сразу на 10 перепрыгнули. Да? Да. Значит, 8. Ты сейчас покупаешь телефон, грубо говоря, его хватает только на год. И все. Потом а потом новое, потом какие-то новые технологии, потом туда-сюда. Ну, как я посмотрела, что-то айфоны нифига не меняются. Нет, там сдаешь, типа, под трейдину. Там переход на рыночные отношения. Слушай, какие кости здоровые, а? Провод отдельно. Это да. На зарядка отдельно. Это да. Уши отдельно. Смотри, кость какой-то. Не крыла, крылышко. А у ноги. Это крылья такие большие у нее. Да. Ну, была большая. Слушай, домашние утки летают? Умеют летать? Умеют. Слушай, куры-то не летают. Еще они летают, но на коротких расстояниях. Куры вообще летают? Ты видел полет курицы? Видел. С забора. К забору, да. Блин, на забор. Угу. О, вкусно. Хорошо получилось. За 180 купили, там еще, кстати, полно этих крыльев осталось. Там сколько было? Кило. Запекалось. Угу. Но это кило, это вместе с этим было, с маринадом. Да. Ну так я фиг знает, сколько там. Ну, честно, цена прям шикарная. Там 180 рублей получилось, вот целая упаковка. Как мужик он брал там говядинку. Ну, взвесили. 200. Ну, как раз, говорит, кошке останется. 100 грамм. Нормально. 2, говорит, мне. 100 грамм кошки. Кошку говядинкой. Угу. Чё взял? Мякоть. Но они остренькие такие, крылышки. Получается. Да? Угу. Можешь не быть. Как в паприке, что ли? Попробуем. Но есть тут, конечно, не так много, что можно скушать. Тут же крылышки. Тут есть. Угу. Те, кто любит пообсасывать кости, это прям тема хорошая. Я помню, покупала у меня мама шеи куриные, вот. И тоже, знаете, готовила. Типа томатного это. Да-да-да. Да-да, я тебе говорю, томатный. Томатный с паприкой. С чесноком. С паприкой. Неплохой блин это. Ты разгрызай там, потому что много мяса внутри. Обгрызай по кругу. А то ест постоянно, знаете, вот куча остается. После него прям хоть еще армию солдат можно кормить. Тут-то он жует, девочки. Смотрите. Зафиксируйте момент.
Вот сюда кидай. Я специально тарелку под кости. Да. Подготовилась, понимаешь? У тебя, как всегда, раздельное питание. Салат, картошка отдельно. Мясо отдельно, да? У меня все отдельно. Угу. Правильное питание. По-моему, я тебе эти крылышки положила. Давайте как мужику. Я тебе дам вот эту вот помесистую часть. А если у тебя заберу это крыло. На. Маги. Шути. А у тебя вот это заберу. Она более костлявая. А то как же ж так? Мужику-то надо побольше кушать. Дядина. Там как написано, что каждое крыло разделено на две части. Вот. Ну вот. Есть вот. У курицы бицепс, а есть вот, я не знаю, трицепс вот. Или как это. Вот видишь, это крыло. Ну. Ну здорово, крылья тогда такие. Кто же не маленькая? Угу. Ну где-то 2-3 килограмма. Слушай, ну бедра по 500 это прям дофига. Чего? Там окорока были. Угу. Тоже замаринованные. Там 4 окорочка. По 570 рублей. Угу. Общий вес где-то они на килограмм полтора там был. Угу. Мясистая такая. Ну, что-то дорого. Я лучше крыльев возьму по 180 за килограмм, чем этих. Крыльев? Угу. Может там для штрауса? Нет. Там вот именно вот эти вот ляжки кур. А, как эти? Какого? Можешь видать там? Чего? Вот такие ляжки. Угу. Как это эти? Флинстон. Это же эти, индюшки. Угу. Индюки. Все вкусно и приятно. Ну что, за обжираловку в Турции? Да. Сейчас не скоро будет. Не скоро. Когда будет, тогда и будешь пить. Ну да, и ну просто за все хорошее. За здоровье. Лаванули, чего крыльями. Все, не отвлекаю. Ешь. Человек, видите, сосредоточен. Интересно, я сделаю так. Сломаем схему. Нифига. Нифига? Она не помешала тебе картошечка? А нет? Сейчас даем мясо, буду ее есть. Да? А, блин, не получилось. Я думаю, сейчас у тебя ступор, как так картошка осталась. Надо же было сначала картошку съесть. А он такой Лаван. Я знаю, что ты паксница. Ага. Люблю я это дело. А он 12-го работает, и 13-го мы тогда пойдем делать эти тесты. ПЦР. Вот, я подстраховалась. Я взяла еще страховку, чтобы, не дай бог, как бы, если что. Лан, в принципе, я уверена. А в себе вот, ну, конечно, есть эти антитела, но брижённый бух брижёт. Ну, так. Не знаю, как будет реагировать ПЦР-тест. Да, тоже. Ну, там, говорят, нужно это, что-то зубы не чистить, что-то такое вот. Воду не пить там через какое-то время. Перед ПЦР-тестом. Его откуда берут? А ты не помнишь? В носу у тебя поковыряются, в глотке поковыряются. Это вообще никак не влияет. У нас тогда после обеда брали. Ну что? Да? Там это слизистый. Это как бы мазок делают. Угу. У
неприятные ощущения. Я-то его так и не сдавала, этот тест. Оно придется и туда, и туда. Блин. Я что-то читала сегодня новости, что в следующем году, в начале следующего года уже точно, как бы планируют закончить всю эту пандемию. Со всякими этими тестами, масками и прочее. Итого, фактически, у нас 2 года уйдет. Ну, все это дело. Ну, так. Типа, в течение года они успеют всех провакцинировать. И прочее. Как тебе утка? Вкусно? Как утка? Мне понравилось. Очень вкусно. Курица. В принципе, да. Ну, такая цена была хорошая. Я прям не могла отказаться. И не взять ее. Угу. А что, если бы мы сделали курицу по-грузински, крутки, а вышло бы дороже? Вот так вот. Не знаю. Вот и утка. Если тебе заняться нечем, почисти рыбку одну, ну хоть одну. Мне очень хочется. Ну, будь добр. Ты же крошки не съел. А я вот пока их есть буду, а ты их почистишь рыбушку. Да. Ну, одну. Ну, пожалуйста. Что, обязательно не съесть, что ли? Ну, одну рыбку можешь почистить? Нет. Мне интересно, что за рыба. Рыба как рыба. А давай, одну почисти. Ну, что ты? Уже пробовала. А что ты одну почисти? Значит, я сейчас съем и все равно буду чистить. Чисти. Давай. Привет. Ускорь процесс. Чего-то. А что делать все время? Да. Как говорится, тут я, там я. Как хоть вот от мяса отвлечешься. Кто в доме хозяйка? Ниндзя. Очага. Хрен тебя. Золотая рыбка. Ну, почисти. Почисти. Хорошо. Еще много всего. И что? Пускай будет еще больше. Ты хочешь все сразу съесть? Да. Но еще мало. А сейчас лучше съем, чем потом. Да. Полночь еще жрать буду есть. Да. Правильно. Кушай. Дайте одну кружку там. Что-то я много всего положу. Будешь еще одну? Нет. М-м-м. Ешь, ешь. Крылышко. Издеваешься надо мной, да? Угу. Я сейчас сладик не съеден. Вот видишь, у меня еще все не съедено. Я еще все, все впереди. А ты молчишь и тупо жрешь. Раз, и все. А я что? Кстати, ну соленая она какая-то. Тут, по-моему, присолили. Нет, она вообще не соленая. А мне казалось, что она соленая. Здесь только специи. А вот перчик много. То, что жжет. Жгучего перца много. Mm-hmm. Может, они так это, свежие тютки замаскировывают, нет? Угу. Сам, с самого начала, да? Угу. Mm-hmm. Ну, ты же знаешь, что я буду долго лежать. Ну, честно, кстати, утку не берет. По-моему, только я ее беру. Сейчас, помнишь, в магазине-то бочонок целый этого пива взяли? И крушуется. Угу. Ну, по акции или что? А почем, кстати, он был? Я не помню, по-моему. 600 с чем-то. Это 5 литров, да? 650 рублей. Угу.
Слушай, они дорого получаются. По 50 рублей. Как из такой бочки наливать? Там же кранчик внизу. Ну, это большую компанию. У нас обойти 5 литров. Извините, ужираться. Там печенка ставится вот на стол. Угу. Здесь внизу кранчик. То вытаскиваешь так. Открываешь стол. Как тебе эта штучка? Вкусная? Такая же, как была? Или пожирнее? Ну, немножко пожирнее. Угу. Видно сразу. Ну, неплохая, да? Ну, кожа не такая мягкая. У той была мягче. Кожа. Ну, вот видишь, расхватали. Ну, что называется, реклама. Значит, не только нам рекламируют. Это ты рекламируешь, и все съедается. Ну да. После тебя. Есть такая фигня. На рекламируешь, потом мимо ничего не остается. Потом меня спрашивают, какой отель, какой отель? Не скажу. Скажу. А то все забронируете. Угу. В Таиланде были. Теперь вот этот отель, который мы выбираем, вот еще, фиг найдешь. Цены возросли, цены конские. Угу. Причем он какой-то такой дорогущий стал. Вот этот. Может, это не, блин, карантинный сейчас? По-моему, нет. А по-моему, да. Я, честно, сейчас не знаю, что там. Зайди на сайт, погляди. А как там? А года. А что там зайти посмотреть? Ну, там же, на этом сайте указаны карантинные отели. По Таиланду. Mm-hmm. И сколько, какие, чего стоит. Ну, как мы зайдем, посмотрим. Ну, мне сейчас не интересно. Кстати говоря, вчера это новость читала, что типа с 1 октября собирается вообще отменить все вот эти вот карантины. Нет. И с 1 октября все открыть. Нет, карантин нормально. Останется. Карантин не останется. Останется. Они его будут сокращать. Сокращать? В зале. До 3 дней. А с 1 октября хотят вообще отменить его. Нет. Да, я вчера новость читала. Скриншот. Тебе хочешь пойти? Покажу. Я тебе говорю. Карантин останется, но он будет разный для разных туриков. И в чем разница будет туриков? Том. Том. Вот те, которые сейчас, это скажем, захотят въехать в Таиланд, да? Это, скажем, из Великобритании или из Африки. Ну, то они в карантине будут не 14 дней. Вот если ты поедешь, то ты будешь 14 дней, вернее 16, потому что день прилета и это... Выселение? Не считается. Mm-hmm. То есть 16 дней, mm-hmm. грубо говоря, mm-hmm. то они там будут 22 дня. Mm-hmm. Понятно. Да и до этого, грудинку. Так вот. Вот так же это будет. Там от 3 до 5 дней mm-hmm. будут. Карантин останется, тесты останутся и страховка до 100 тысяч останется. Ну, страховка-то понятно. Плюс виза. Просто я вот честно не выдержу 2 недели в закрытом помещении. Тем более, знаешь, вот выглядываешь, а там, блин, запахи, там вот эта вот вся теплость, там вот красота, вот эта движуха. Где? Чего? Какие запахи? Из... Номер выглядываешь, например, угу. на балконе. Ага. Угу. Макс выходил курить. Не факт, что тебе с балконом достанется. Факт. Угу. Нет. Ну там можешь попросить с балконом. Какой попадется. Особенно это актуально для курящих. Какой попадется. Какой попадется. Угу. Вот китайцев сейчас это принято решение селить в номера, где нету балконов. Да? Так. Либо на нижних этажах. Ась, какая рыба. Рыбушка. Хоть одну я почищу. Угу. Вообще их 4. Там еще 2. Холодненькие. Так, сначала бошку отфигачим. Что она прям мягкая. А по-моему, кстати говоря, с этим, с икрой. Или с палкой.
Мягкая. Кто за икру, кто за... Да, масло. Делайте ваши ставки, господа. Пишите в комментариях. Дамы и господа, вэк мажик. Красота. Ням-ням-ням. А, кстати, вот такая вот, которая помягче, она вот легче чистится. Сухая-то она прям вот сложная. Сухая она еще легче. Блин, я ногти все отрезала себе. У меня теперь нечем это. Их... И не можешь. Он просит мне подстричь ногти. Да. Чтобы я ему помогла, подстригла ногти ему. Я не достаю. Угу. На ногах. У меня короткие руки. Да, короткие руки. Да. Хорошо. Давай, я тебе стригу ногти на ногах, а ты мне делаешь массаж. Сейчас. Это не равноценно. Да ладно, как. Да. Ага, вот сидит и смотрит на рыбу, как я это чищу. Да. Хоть бы пиво подлил. Какое пиво? Давай. У нас нет пива, это сок. Ну, это, ну, яблочного сока подлей. Ой, да ладно, господи, все взрослые люди. Вон смотрят. Там дай сок. Все взрослые люди. Я бы сока. Давай, наливай. Так и не съела. Чего? Утку. Я ее не хочу, говорю. Наелся. Да. Она острая. Острая. Ну, тебе на работу положу. Проблем не будет, что тебе на работу положить. Папа. Видите, как хорошо чистится прям вообще. Красота. Причем она внутри прям нежнятинка. Господи, что дожили? Баба сидит рыбу чистит. Она уже пьет наливает. Да. Обычно все наоборот. Нифига. Да? Нет. Да. И как мужики, вот, знаешь, постучат так по столу, тыщ-тыщ-тыщ, и начинают чистить. Да, да. Это когда она сухая. Угу. Очень. Ржавая, как говорят. Да. Ой, а помнишь, там какую рыбу присылали из этого? Очень классную. Даша та присылала. Она прям с икрой была. Да. Вообще да. Она такая вкусная была. Воблу. Ну там тебя еще лежит. Это чисто астраханская. В холодильнике. Нет, воблу там. В вакууме. А, там другая, там копченая. В вакууме. Я имею в виду воблу. Вот вобла, кстати, была очень вкусная. Очень вкусная. И вот та, которая от фишки тоже написала, тоже вкусная была. Но мне очень понравилась от фишки, которая вот эта вот копченая. Закопченая такая. За, блин, вороченая? Угу. Ну, прям шикарная. Пучки зайчи. Верченые, да. Так, все. Почти все. Нет, не все еще. Ну, она вот чистится легко. Вот ее прям вот реально очень легко чистить. У нее прям мяско такое нежненькое. Мяско. Да. Ты, главное, кишочки вытащи. Сейчас. Так все-таки что, какие ставки-то? По не пузику, знаю. Я думаю, все-таки икра. Ты за икру, я за молоко. Да. Ты за девочек, я за мальчиков. Все, давай. В общем, вот такая вот рыбушка получилась, смотрите. Да. Все, они тебя прям прозрачные. Да, да, да. Все, давай, доставай. Да. Такая. О, не томи. Доставай, давай. Понюхай, 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 понюхай. Нанюхай. Ну все, понюхал, все. Иди отсюда. Что там, давай, доставай. Барабанная дробь. Корочка. Корочка? Да. Я а ты уже видишь? О, ребятки, блин, она реально с икрой. Смотрите. Девочка оказалась. Видите? Все. Я же говорил. Девушка, девушка. Кто за, да. За то, что... Девочка. Что там девочка. Ой. А не мальчик. Ой, ну она прям вываливается, икра. Да. Смотрите, какая икра такая хорошая. Да, видите? Вываливай ее. Вот, вот сюда вываливай. Видите, прям икра. Видите? Вываливай икру. Ну как я вот ее вывалю-то? Как хочешь, так и вывели. А. Сразу. С пузырем вместе. Ну вот не выковыривается. А, не может, блин, вытащить. На, вот вторую возьми, почисти. Умный такой нашелся. Сидит, да. Блин. Да. На, вот видишь, она выковыривается так. Ты когда пузырь тащишь, и икра тоже вылазится. Она не такая сухая. Понимаешь, она и отваливается. Что? А пузырь-то нет. Во! Видишь как? Главное подсказать, правильно как. Главное руководить, да? Процессом. Видишь, козлой. У тебя тайный руководитель. Помер. Пропадает. Во! Видишь? Вкусная, кстати.
Вот эту бяку все нафиг. А икра остается, видишь? О, видишь, да? И, видишь, ловкость рук и никакого мышонства. Видишь, икра. Да. И нет икры, да? Да. Ловкость рук. Туз. Он и в Африке. Туз. Угу. Не, хорошая. Пилить. Знаете, где такая продается? Если у вас есть магазин литра, вот там продают. Пивоман. А, да-да-да-да-да-да. Точно, пивоман. Сорян. Только там два их вида. Одна ржавая. Одна копченая, одна такая, такая, да. Вот такая она лучше. Вяленая. Сейчас прям. Вот так вот надо сейчас. На, тебе. Жуй, да? Ну, ты просил. Жуй, глотай, да. Жуй-жуй, глотай, да. Нехорошая. Ну вот ее чистить надо все-таки вот здесь вот. Потому что там в этой комнате-то ее нельзя чистить. То есть она вся. Причем, кстати, смотрите, видите, у нее этот хребет весь вылазить. А то меня там зашкаливают, где рыба? Нина, где рыба? Какая она пишет, они там одни сожрали под одеялом. Да-да-да. Да-да-да. Именно так и сделали. Я же должна была доказать, что рыба вот она. Под одеялом. Но только ты, рыба моей мечты. Только ты, рыба моей мечты. Ловил я много разных рыб. О, смотри, кстати, как хорошо. Вот это делается. Обопьемся завтра. А ты воду не купил. Хотя не, у нас это нарзанчик есть. Ну, ты будешь его пить. Да-да-да. Отпиваться. Отпиваться. Там сколько? 3,6 литра. Да. Это разано. Ну как, вкусная рыбка? Не вкусно, хорошо. Вроде неплохо. Когда ее почистили, да? Даже есть не может. Правильно? Ну, если можешь. Видишь, как? Та-та-та-та-та. И рыбушки. Угу. Рыбушки-то у тебя остались. Я сейчас все сразу почищу и все. Рыбушки попозже. Я привыкла самое вкусное оставлять напоследок. Я сначала со сложным справляюсь, потом вкусное напоследок. И вот видишь, вот раз и все. Давай. Это хорошее. Ребятки, с вами. Ваше здоровье. Видишь? Губит людей не пиво. Губит людей вода. Ну, как мне одна пишет девушка сейчас. Анна, что-то Елена или что-то такое. Потом пишет, вот, вам бы отказаться от трупных этих. Ну, короче, это веганши. Говорит, вот, я вот грибочки-то люблю. Там, они вот такие вот прекрасные. Я говорю, а вы не забывайте, что грибочки, как ты говорил. Трупные? Не-не-не. Грибочки, это что-то, губка. Губка, да? Да. То есть, по сути, вся радиация, вся вот эта вот нечисть, все вот эти вот скапливаются с грибочков. Почему так часто люди травятся этими грибочками? Вот. Не знаю. Я лично от мяса в угоду грибочка отказываться не собираюсь. Как можно применять вот такую рыбу на какие-то грибочки? Меня не писали. В грибочках нету, рыбе уже. Смотрите, какая, видите? Прям прозрачнейшая. Вкуснятинка. Бобику. Бобику. Не, вкусная рыба. Хорошо. Чистить, конечно, надо. Ну так вообще. Грибок. Пеком. Причем она прям реально такая свеженькая. Трупная еда, а трупная еда. Да. Трупа. Человек был рожден хищником. Да? И поэтому у него 4 клыка. Ну а что, клыки, по-моему, всех есть, нет? Нет. Ну, типа у травоядных нету? Нету. Да? Их одни. Резцы. И для перетирания. Ну, сейчас я с ребрами мучаюсь, всё. Я уже съела. У меня, видишь, самое вкусное осталось.
Вот спокойно ем. Люблю это хорошо, когда в последнюю очередь их ешь. А вот этот мужик. А правда вижу. Да? Вот этот мужик. Как ты видишь? А то и такая пузатненькая была. У нее вот здесь вот была прям выпуклость. 9-й месяц был. Вот. А вот этот, мне кажется, мужик. Даже ранить интерес, хочешь брюшко ему спарить? Нет. Спарим, я и так вижу, что это мужик. Ой, да конечно! А да. Прикинь, баба. Нет, мужик. Ты решил это, что мой ответ правильный, да? Нет. Я же тебе этот раз объяснял, как узнать. Ну. Мужик или баба? В лицо и так смотришь, да? Да. И там написано. Мужик или баба. Мягенькая такая, хорошая. Скама. Вот, да. Вкуснота. Ну, гляди. Дать его. Видишь? Ровненький. Ровный идет. Знаешь, и тут, и тут. Баба мне немножко так здесь. Округлость такая. Бедра! Грудь! Вот а спинка, это же грудь! А это понимаешь, мужик. Это сыски. Это писька в данном случае у него. Да? А где у него здесь писька? Там вон писька где. Это попка. Это жопа. Это жопка. А где вот у него пыска? А как это у рыб происходит? Все. Нина пьяненькая. Давай, короче, сейчас начистим и пойдем смотреть сериал. Давай. Все, прощайся. Да. Все, ребятки, давайте. Мы пошли? Продолжать? Банкет, да? Да. Вот. Вам всего хорошего. Кушайте рыбу. Вперед. Кушайте мясо. Никого не слушайте. Потому что, как правильно человек сказал, был создан хищником. Да. За всех хищников бокал и за нашу Турцию. Да. Чтобы вы тоже отдохнули в этом году обязательно. Все, кто поставил лайк, обязательно в этом году отдохнут. Разгадаем? Давай, за тех, кто ставит все. Лайк и отдыхает в Турции, минимум. Алкоголик. Да, из Москвы. Ладно, ребятки, всех любим, всех целуем, всем спасибо, всем пока. Пока, скажи. Все, пока. Пока, вот сюда смотри. Пока.